Итак, друзья, сегодня вместе с благотворительным фондом Amway в ответе за будущее мы пригласили сюда хранителей. Хранителей древнего знания, которое мы и хотим сегодня, может быть, с вами узнать. Это код счастья. Каждое задание вы выполняете все вместе. На игру у вас есть 2 часа с момента начала. Капитаны, открываем! Игра началась! Поехали! Отлично, друзья, я надеюсь, вы в дальнейшем будете понимать друг друга не только с полуслова, но и с полужеста. Напишите то, что давно хотите, чтобы исполнилось. Привяжем к шарику и устроим один большой массовый запуск. Такая форма простая организации квеста дает возможность получить кучу эмоций и помочь одновременно детям, и помочь приемным семьям взаимодействовать друг с другом в совершенно другой атмосфере. Каждый, кто хочет, может организоваться такой же благотворительный квест. Хотите организовать такое же веселое, захватывающее, благотворительное мероприятие в своем городе? Зайдите на сайт фонда Amway в ответе за будущее РФ. Пройдите в меню для волонтеров, раздел «Квест», заполните форму и получите все инструкции. Организуйте команду участников. Собранные средства направляйте в фонд Amway в ответе за будущее на программу «С любовью к детям». Таким образом, мы вместе поможем приемным семьям, находящимся в кризисной ситуации. В добро надо не только верить, добро надо делать.